Привет. Здравствуй. Меня Артем зовут. Данил. Данил, расскажи, откуда ты? С Липецкой области, село Доброе. Чем занимаешься в жизни? Автомеханик. Классно. Сюда по зову сердца приехал? Давно? Болеешь автозвуком? Скажем так, 3 года. Ну, классно. То есть так, ну, можно сказать, 4 года назад начал увлекаться, ну, и в процессе, так сказать, совсем заболелось, и уже потом просто принял решение что-то более серьезное собирать. Ну, соответственно, как сказать, чем больше информации, тем больше интересно что-то все собрать. Сам собирал? Да. Долго? Единственное, что не сам собирал, это элементы дизайна. То есть там есть мастер, который, ну, скажем так, лучше, чем бы я это сделал. Ну, стойки, да? Да, стойки и тут по медбасам. Ага. Состав системы? Состав системы CarPC, компьютер на Windows, выход по оптике, прям родной, встроенный в материнскую плату, на Helix DSP2, с него получается 2 усилителя по борт на DLS А5 и моноблок А6 на сабвуфер. Это что за аккумулятор? Это дополнительный аккумулятор. То есть один стоит под капотом, и второй просто дистрибьютор питания, то есть они вместе соединены. Ну, здесь просто как дополнительный элемент еще. Ну, стоит. Он параллельно, да, получается? Да, параллельно. Угу, отлично. Бюджет примерно знаешь? Там просто на стадии инсталляции что-то менялось, что-то добавлялось. Ну, сейчас так, навскидку, 150 плюс-минус 20, вот так вот. Это надо сейчас, ну, просто сейчас еще раз посчитать. Ну, крайнее, скажем так, вложение по бюджету полностью сабовое звено было заменено. Угу. То есть, ну, и, как сказать, с точки зрения дизайна и целиком динамики и другие поставлены, ну, шо. Скажи, пожалуйста, ты доволен звуком системы сейчас? Скажем так, доволен на 60%. А чего не хватает? Скажем так, машина изначально строилась для воспроизведения рок-музыки. Угу. Скажем так, мне не нравится открытость подачи именно звука электрогитары. И есть нюансы по, допустим, как воспроизводится ударная установка, именно вот эти хай-хеты, высокие частоты, каких-то вот послезвучий. Вот, скажем так, оно играет, но я слышал лучше. Ну давай послушаем. Блин, прикольная штука. Как это вообще реализовано? Это просто готовая клавиатура такая продается. Угу. На Алиэкспрессе 800 рублей, и все, она по Bluetooth работает. Просто к любому ПК можно подрубить? Да, вообще к любому, да. А так. С Android работает? Я не проверял. Там единственный момент, что у нее обычный USB-порт. То есть это либо через переходник к Android надо цепляться. То есть у нее, ну, свой этот элемент, который в USB вставляется. Передатчик. Да. Они, угу. Были какие-то еще варианты. Ну, я для компьютера вот такого, типа... Прикольно. Так, начну с мой отбор и отбор Олега, да? Да. Надо держать там, где ты слушаешь. Направление какое-то надо делать? Так, ну да, вот так стерео будет. Нет, нет, да. Горизонтально. Так, вот так. Смотри. Вот так. Тут одно ухо, тут другое.
пусть садится. Так. Послушать, кстати, можно сесть? Садись. Уже можно. Покомандовал, как обычно. Нормально, что не закрылось? Не, она сама Доводчик. Так, это у нас... Долгозвучный, да, диск? Нет. Да, это самое. Это без авторских прав. А щелчок, когда сейчас был, это ж не в треке. Не готов сейчас сказать. Что сделал? Здесь общий уровень громкости, здесь сабвуфер. Что именно сделал? Громкость чуть по сабу убавил и просто добавил громкости общую. Ага. Серединки стало больше, баса меньше. Да, да. То есть тут. Просто люди не поймут, что вдруг звук поменялся. А. Слышал эту машину, правильно? Что в звуке тебе нравится, что не нравится? Чего хватает, чего не хватает? Ну, субъективно. Не бойся, просто скажи свое мнение. Да я не боюсь, я просто подбираю еще слова. Подбираешь слова? Да. Так задумался надолго просто. Конечно. Спасибо. Что там можно сказать? Да хорошо играет. Немного суховато. На мой взгляд, живости вот не хватает. Живость это вот чтобы, ну вот как-то естественное звучание. Да. Или немного нет? Не хватает естественности. Ты что? Все чисто, вот так хорошо. Мне самому ровно. Не хватает драйва эмоциональности. Да, наверное, вот этого. Все чисто, все ровно, хорошо, живости. Как вот когда слышали вон ту, вот черные колонки домашки, они прям. Эмоции дают. Да. Сложно это писать, что такое, субъективно. Такое ощущение, что сел камерный хор играть рок-концерт.
То есть такое... не дает она вот именно драйва, зажигательности не дает. Я скажу, что это такой скандинавский звук такой. Подсушенный. Да, ДЛС. Правильный, четкий, ровный. Угу. Да, усилители ДЛС. Ну, себе бы хотел такую систему или другую? Для меня суховато. Надо чуть побольше, да? ЖК, угу. Вот этого эмоциональности. Конечно, она где-то будет проигрывать, сразу проиграет где-то. В чем-то, ну это же компромисс. Где-то выиграл, где-то проиграл. Ну, в общем и целом неплохо прям. Да. Прям неплохо. Хорошо играет. Что будешь переделывать? Скажем так, есть мысль попробовать сюда поставить пионеры старой школы, усилители. Угу. То есть, как говорится, железо куплено, осталось попробовать подкинуть. Дальше просто услышать. Усилительные, да, именно. Вот, именно по усилителям, да. В плане акустики была мысль заменить твиттеры. Ну, скажем так, начну с усилителей. Угу. Потому что есть вероятность, что именно в усилителях. Если вопрос. Сразу будет изменение хорошее, то уже да. Потом подумаешь. Ну, это, скажем так, это программа минимум, то есть не придется где-то что-то переделывать. То есть там единственный вопрос, что, говорится, усилители в стопку сложатся на сиденье, провода удлинятся. Межблоки, все это соединится, просто на тех же настройках гейны подведутся, отслушается. То есть, если реально результат даст, ну, соответственно, будет тогда инсталляция переделать. Так, ребят, ну, в двух словах, давай с тебя начнем. Про вчерашний день. Интересно, познавательно, скажем так, вплоть до того, что, как сказать, видеозапись, либо, грубо говоря, как звучит трек, что мы должны на нем были слышать, какой момент. И по этой методичке сидеть ее, как говорится, смотреть, отсуживать. Ну, в принципе, как вот на каких-то соревнованиях, они также судейские эти. То есть было интересно, но вот если будет видеозапись, будет вообще замечательно. Не будет. Ну, если будет. Не будет. Интересное было то, что Егор рассказывал про системы, как вот эти доли там ома влияют на звук, на голос, на его наполненность, на тело. И вот нюансы рассказывал, где есть вот такие исполнители, такие. Ну, то есть рассказал про нюансы. И потом, когда была интересная тоже часть про диск мускула благозвука. Ребята, цените диск, на нем действительно информация для того, чтобы настраивать SQ-систему и понимать, где слабые ее места. Ну, самое главное, что теперь вы знаете, как этим пользоваться. Да, мы-то знаем. Если запомнили, конечно, после информации. Нет, не запомнили, поэтому нам надо записать. Вот, в общем, по диску благозвука нужно просто отслушивать всю систему. Если где-то что-то не нравится, значит, у вас слабое место где-то. Сап не должен гудеть, миды не должны гудеть, у певца не должен быть гнусавый голос, ну, это вот основное. Тарелки не должны цыкать, ну, вот на разных треках вот это да, все да, отслушивается. Каждый трек для своей цели. Конечно. Цените, ребят, этот диск. И, кстати, его приятно слушать, просто ехать в машине. Да, мне особенно из этого диска понравился трек, где... Японские вот эти гитаристы-музыканты, именно вживую, это которые самые длинные. Я прям ехал с Липецка, прям его включил, и он мне прям так зашел, что я прям погромче и прям вот такой, ну, очень он меня прям воодушевил, да, тем более знакомые композиции, как это все вживую звучало, то есть очень понравился. Да, кстати, там разные жанры, начиная там и от классики, и фуга Баха есть, да. И там испанские певцы, и вокал, и рок. Отличный диск, с отличным качеством. Скачивайте, наслаждайтесь в дороге. Так, ну у меня больше вопросов, в принципе, нет. Что я могу сказать? Ничего я не буду говорить. Спасибо. Спасибо.